В минувшую субботу в Центре народного творчества, что на Гоголя 6, прошло представление, посвященное городскому дню пива. Это культурное мероприятие проводится уже во второй раз и, похоже, грозит стать традиционным. Сыграв на известной любви нашего города к пиву, это действие организовало Управление культуры города при непосредственном участии некоторых коммерческих структур. И хотя пивные интересы распространяются практически на все возрастные и социальные слои, публика состояла в основном из представителей среднего класса, а праздник сам по себе напоминал вечер для тех, кому за 30, с неизменным полупрофессионализмом организации и самодеятельным капустником на сцене. В процессе этого культурного развлечения из прекрасной половины публики выбрали, например, мисс «Пивной бюст». А завершился вечер развеселыми хмельными плясками вокруг новогодней елки. Тут уже каждый развлекался как мог. А присутствие по соседству на подиуме тинейджеров на роликовых коньках никого своей несуразностью удивить уже не могло, поскольку праздник, напомним, был пивной. И, кстати, именно пиво оказалось самым понятным и естественным элементом этого праздника. Разошлись гости уже ближе к полуночи, оставив после себя минимум разрушений и максимум пивных паров в атмосфере. Не без примеси, понятное дело, благодарности нашей родной провинциальной культуре.